Пока разработчики игр борются за улучшение графики, гениальные люди создают шедевры, например, Minecraft, предлагающий игрокам нечто большее. Так, например, создатели MLNs не гнались за хорошей графикой, зато добавили в игру возможность зарабатывать деньги. Игроками уже выведено около 2 миллионов долларов. Если вы разберетесь в игре, пройдя простое обучение, то узнаете, как добывать черный жемчуг и сразу же продать его за реальные деньги. Ссылка на игру под видео, регистрируйтесь и начинайте зарабатывать. Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные флешки, и сегодня будем играть в игру под названием Road of Fury 2, Clear Blizzard. И эта игрушка у вас, конечно же, про машины, очень классно, здесь нам предстоит стреляться и ехать. Правда, ехать, конечно, мы сами управлять не будем, но будем отстреливаться, конечно же, и здесь есть прокачки довольно немало, разные скиллы, активные, пассивные, само оружие, конечно же, также вроде как будет машина меняться, я пока этого не знаю, но вроде бы должна. Ну что ж, плей, поехали, посмотрим, что же здесь нам предстоит делать. А предстоит нам ехать на нашей машине, мочить всяческих ребят, которые будут ехать перед нами. Их сейчас они пока что не могут нас атаковать, но потом, когда их в количестве станет чуть-чуть побольше, то будет весьма неприятно. Например, этих летающих ребят особенно разбивать, потому что они довольно быстро атакуют. Также у нас есть, конечно же, 300 наших единиц здоровья и скилл на однерочку, который позволяет нам блокировать абсолютно весь урон, его надо использовать в особо опасных ситуациях, где надо, конечно же, тут же спасаться от всех. Например, товарищи базука, если пульнул, то мне, скорее всего, пришлось бы активировать. Но я пока что потяну, не буду сразу использовать, буду мочить, лишь бы я успел вовремя среагировать и активировал бы эту броню, потому что уже не слабо бьют по нам. Поэтому, ребята, пошли к черту. Какой-то бонус не слабый. Черт, как их много. Так, на. Летающих очень много, поэтому я, наверное, их постараюсь побыстрее сбить. Так, черт, парень, базука снова. Надо сбить вот этого товарища. Все, 3 хп, сейчас погибнем, ребята, сейчас погибнем. И я все еще живу, как ни странно. Блин, почти взял хпшку. Ну ладно. И мы заработали довольно неплохо, я считаю. И, кстати, ребята, если вам нравятся подобного рода игрушки с машинами, где надо что-то делать, что-то стреляться, такие есть еще. Если вам хочется их побольше, то ставьте лайк, конечно же, я найду побольше таких вот классных игрушек. Так, давайте заапгрейдим машину, будет 600 хп, у нас появилась пассивка, ракета какая-то. Можно прокачать пулемет, активку. Давайте прокачаем пулемет до второго. Посмотрим, что же интересно у нас будет. Следующий апгрейд 1000 стоит, будем копить 1000. И посмотрим, что же у нас такого будет классного. Что ж, пассивная ракета стреляет. Ага, вот как. Прикольно. Это мне нравится. Сейчас еще и 600 хп у нас. Поэтому все очень-очень даже хорошо. Сможем довольно далеко проехать. Так. Еще и пулемет до второго, кстати, подняли. Не забыл. Ну, дамажит не слабый, как раз убивает тех ребят, которых я, бывает, промахиваюсь в какой-то момент. Поэтому ракета даже очень даже неплохой такой бонус. Приятно иметь, конечно же, себя в запасе. Ну и денежки, я думаю, мы не слабо заработаем и сможем прокачаться до третьего уровня, посмотрим, что же в итоге у нас еще появится. Или же насколько больше у нас станет наши характеристики. Хотя надеюсь, что больше, конечно же, у нас что-то появится, потому что когда у нас появляются всякие новые штуки, это гораздо приятнее, чем просто бонус характеристик. Потому что ракета очень крутая, я бы хотел побольше ракет себе, желательно 20, чтобы просто мы превратились в Катюшу, и я мог вообще ничего не делать, и все враги были забиты под пассивки. Так, какой-то новый враг. Не знаю даже, насколько он опасный, если стреляет он гранатометы и сносит. Ё-моё, как много! Так, если барьер, пожалуй, активирую, то меня к чертям вынесет так, таким образом этот товарищ. Ага, какой-то баги появился. Наверное, баги стоит уничтожить впервые. Все остальное. Так. Воу. Мое хп. У меня очень мало хп. Я так долго не подержусь. Это еще и с ракетой товарищ теперь, который сверху летает. Все жестче и жестче, конечно же, становится. Но я почти дошел до второго чекпоинта, судя по всему. Это будет весьма неплохо, если мы до него доберемся. Но я до него не добрался, меня к чертям взорвали. Ну, у меня касается 600 денежек, поэтому сейчас будет какой-нибудь апгрейд нашей тачки. И у нас есть пульс-ган теперь, который можно выбрать как основное оружие. Давайте попробуем с пульс-ганом поездить, может быть, неплохая будет вещь. Так, пассивку Gravity Gear.
драм-бонуса, всасывает бонусы. Ну, это, конечно, прикольно, но мне этого не очень хочется. Поэтому просто поедем дальше. Так, плей. 900 хп, это вам не шутки. Теперь пробиваем насквозь всю пачку врагов, хотя урона, конечно, не хватает. Но пробивать насквозь врагов — это весьма полезный навык. Конечно же, но, блин, ё-моё. Конечно, радиус поражения тоже побольше, это интересно. Ну, урон. Урона вообще нет. Не успевает меня атаковать, а то я их снесу. Это очень плохо. Вон, что это такое? Я просто могу вечность таких волнами к ним бить, и они, им даже плохо от этого не становится толком. Только мне становится плохо от моего урона. Он даже... Ракеты. Хотя, стоп, ракеты я могу ломать хотя бы этим лучом, и зря я броню активировал, испугавшись, что сейчас мне надают люди. Ну, хотя бы ракеты я могу очень быстро блочить и уничтожать, поэтому это здорово. Так, вот этих ребят надо... Конечно же. Черт, я не подобрал бонус. Это хреново. Мне как раз бы хватило на новую броню. Скилл. Еще и гранатами кидается. Да ну вас нафиг. Еще какие-то синие... А не, они все синие пушки стреляют. Обратите внимание, обратил на это. Да, и приехал гранатометная машина. И она к чертям меня взрывает, конечно же. Потому что у меня слабая пушка. Так. Если я прокачаю, то возрастает только урон. Урон возрастает, ну, в принципе, довольно неплохо. Получается 12, а тут у нас разнобой бьет. Поэтому даже не знаю. Даже все-таки я просто миниган прокачаю. 2000 последний апгрейд стоит минигана. Поэтому можно покопить. Ну, сейчас просто все должны взрываться моментально. Только появляется, тут же должны взрываться. Потому что урон очень большой. Сказать, самый топовый практически урон сейчас нашего оружия. Поэтому враги должны складываться налево-направо, пойти. Если так не будет, мне будет, опять же, довольно обидно, что я прокачиваю, оно окажется бесполезно. И бонусы неплохо падают. Пока что попахивает более-менее победой на этом уровне. Надеюсь, что так и будет. Флешка, конечно, классная, мне очень нравится такого рода. Если вам говорю, тоже такая нравится, ставьте лайк. Еще найду подобно. Конечно же. Может, в первую часть этой игры поиграем, потому что отличается. Сильно отличается, то можно будет и первую поиграть. Часть данной игры. Но вам будет интересно, если вам понравится и первая часть. Так, стоп, денежки. Надо высасывать. Как можно быстрее. Так, скин. Зарядка. Правда, я его даже не тратил. Потратил. Не хочу получать урон от этого товарища, потому что очень он душу дикий. Я птичку взорвал ракетой. Серьезно. Это думал, что ракета не работала или что? У меня так как надо. Это просто рандомное событие, которое. Just for fun. Как ракета закрутилась. Забавно. Так, почти дошли до второй локации. Супер. Пока что уверенно идем, даже очень. Так, блин, надо этого убить с ракеты. Сейчас нас скинет, что-то не двигается к тому. Ой, блин, я опять страх прожал, хотя разорвал ту пулю, которая летела в меня. Любят такие моменты, креативный щит, который дает абсолютную уязвимость на время. Конечно, да, это неприятно. Скорее бы второй скилл еще не появился, вот это тоже весьма неплохо. Мы, кстати, уже набили 30 денег. Воу, это что такое? Серьезно? Серьезно? Я же не знал, что она убьет меня к чертям. Я броню активировал. Да вы издеваетесь, а? Так, стоит за максимум пулемет. Вот козлы, а? Какого хрена вообще? Missile Defense. На 5-м левеле машины открывается. Да я его так разнесу. Я уверен. Так. Ну что, посмотрим, насколько у нас мощный пулемет последнего уровня. Должен просто сразу разрывать врагов. И что он делает пока что? Можно так оставить. Если бы ракеты еще побыстрее стреляли, то вообще было бы супер.
Ну и если мы их там максимально докачаем, то они будут очень быстро улетать, потому что там 4 десятых сокращается, и в итоге будет каждую секунду вылетать по ракете, и это весьма слабо. Сейчас у нас почти не каждые 3 улетает. Поэтому такое, такое. Ну что ж, ребята, на этом мы будем заканчивать. Надеюсь, вам понравилась данная флешка. Ссылочка на нее, конечно же, в описании. Если тебе побольше подобных флешек, не забывайте ставить лайки. Найду еще где-нибудь флешки, потому что такие маршрутки, возможно. Где, может, даже и сами ездить будем. Да. Ладно, это все. Всем пока, всем удачи, всем спасибо за просмотр.